Итак, ребята, всем привет! Сегодня у меня будет видео интересное тем, что это видео именно для тех людей, которые занимаются кладоискательством. За окном у нас зима. Красотища! Да, Веня, как ты испугался. В нашу сторону как ломанулись. Эти семечки. Больше я ничего не взял. За окном у нас зима, и пришло время запасаться всей атрибутикой, которая необходима для копа. Это металлоискатели, пинпоинтеры, лопаты и, в общем, все аксессуары, которые нужны. И сегодня я вам покажу и расскажу, что у нас будет в этом видео. А интересное тем, что мы будем скоро разыгрывать. Как вы знаете, скоро у меня будет круглая дата, 15 тысяч подписчиков. И именно на 15 тысяч подписчиков у нас будет большой розыгрыш тем, что будет уже 5 победителей. 5 победителей, все получат подарки, именно связано по кладоискательству. Хочу сказать, что за 5, 4 и 3 место у нас получат подсумки для находок. Очень весьма полезная вещица. Не таскать же в кармане. Вот. Подсумки довольно-таки приятные будут именно фирмы Minilab. За второе место будет приятный рюкзак, в котором можно поместить абсолютно все. В смысле, если вы занимаетесь копом, особенно если ездите своим ходом или же на мотоциклах, квадроциклах, этот аксессуар вам будет полезен тем, что туда можно уложить полностью лопату, металлоискатель и все необходимое. И, конечно же, за первое же место у нас будет пинпоинтер. Пинпоинтер фирмы Gold Hunter. Он будет водонепроницаемым. Вот такой вот пинпоинтер будет выдаваться за первое место. Хочу сказать, что данный пинпоинтер ничем не уступает гартовскому АТ-Про, то есть морковке водонепроницаемой. А в некоторых случаях даже и превосходит, особенно в ценовой категории. Если вы можете понаблюдать, что морковка стоит, в принципе, больших денег, больше 9000 рублей. А в данном случае, если вы надумаете такой покупать пинпоинтер, именно в магазине Shop Detect вам хорошую цену предоставят, если же вы еще назовете промокод поиск63. И вам его предоставят практически за халяву. Так что обращайтесь, если же вы не выиграете на розыгрыше, вот, можете зайти и посмотреть, и прикупить, и не забыть про промокод. Так что я вам сейчас продемонстрирую кое-какие фишечки именно с данным прибором, то, что он проверенный, как говорится, прошел огонь, воду и медные трубы, и я вам сейчас его продемонстрирую в грязь, в воде, во всем. Блин, глубоко еще фига. Оп, ребята, это круто. Отлично, вот вам и тест, самый настоящий подводного пинпоинтера. Давайте его опустим сейчас вообще, кстати. Вон там, я вижу, глубоко достаточно. Оп. А, ну он плавает, как поплавок. Сейчас поглубже его будем. Во. Оп, все отлично. Работает. Посмотрели мы небольшой сюжетик именно про этот пинпоинтер.
И хочу вам сказать, что условия практически те же, что и при прошлом розыгрыше такого же пинпоинтера, но только черного. В общем, условия элементарные. Вы должны быть подписаны на мой YouTube-канал, входите в группу в ВК. Вот. И еще один нюанс. Вы должны на своей страничке закрепить репост, который я вам вот именно сейчас вот показываю. Этот репост должен находиться закрепленным на вашей странице до окончания розыгрыша. Вот, потому что программа Random App будет отслеживать. И еще одна фишечка тем, что вы должны этим репостом поделиться с друзьями. Репост должен у вас быть закреплен на вашей страничке до завершения розыгрыша. Это тоже очень важно. И еще один нюанс. Фейковые странички не будут рассматриваться. Это те, которые просто создали страницу, на которой нет ни друзей, ничего нету. В общем, такие люди у нас будут устраняться. Фейк – это те, которые просто-напросто захотели победить или что-то в этом роде, создают очень много страничек и хотят победить. К сожалению, такие у нас рассматриваться не будут. Вот. Нужно, как, чтобы у вас там на странице была живая жизнь, как говорится, и они, конечно же, будут участвовать. Так что на этом, ребята, и все. Маленькое коротенькое видео. Вступление сделал именно для того, что на 15 тысяч подписчиков на YouTube магазин интернет Shop Detect будет разыгрываться. Все подарки будут уходить именно с этой фирмы, вот, минуя меня. Я буду как бы посредником разыгрывать эти подарки. Повторюсь еще раз, за 5, 4, 3 место будут вот такие вот подсумки для находок. Вот, в принципе, они хороши тем, что они фирменные, мини-лабовские, и всем кладоискателям они нужны. За второе место вы получите вот такой вот рюкзачок, в который может уложить абсолютно все. Металлоискатель, лопату, в общем, все, что нужно на копе. И за первое место у нас будет вот такой пинпоинтер Gold Hunter, водонепроницаемый. Сюжет я вставлял, тестировали, в принципе, зачетный прибор. По глубине залегания ничем не уступает фирменным дорогим пинпоинтерам. Так что все, удачи, придерживайтесь всех правил, которые указаны, и, возможно, вам улыбнется удача. Еще раз скажу, у нас за окном зима. Время скидок, заходите в магазины, покупайте, потому что к весне все будет снова дорожать. Так что не упустите шанс, момент, обращайтесь в магазин интернет-шоп Detect. И вы все себе необходимое закупите заранее. Так что все, удачи и победы именно тебе или тебе в нашем розыгрыше. Пока!